Друзья, добрый вечер. Снова с вами я, Алена, вы на моем канале. И вопрос по отекам. Как справляться с отеками? Как помогать себе, когда ты отекаешь? Нужно ли исключать полностью молочную продукцию? Можно ли исключать полностью мясную? Я думаю, нет необходимости тем людям, у которых с этим вопросов нет. И здесь важно учитывать суточную потребность воды, учитывая ваш рост и вес. И здесь важно также учитывать вашу физическую нагрузку, потому что при постоянной физической нагрузке может подниматься кортизол, который мешает нормализации гормонов надпочечников. Соответственно, вы можете задерживать воду. И здесь вам в помощь есть такой комплекс водно-электролитный баланс. И есть также обычная вода, минеральная, но если вы постоянно наводите беспорядок в животе, как я называю это состояние, при котором человек пьет газированную воду, учитывая то, что у него, например, потребность в натрии, то здесь я рекомендую определенный водно-электролитный комплекс, который вы выпиваете как таблеточку и чувствуете себя вполне хорошо. Если вам интересно, я напишу вам, какими пользуюсь именно я.